Поэтому отдохнуть еще бывает сложно, конечно. Особенно, когда напряжение такое. Каждую неделю мы выпускаем свой отчет, отчетную работу, который ждет 1 миллион начальников. Ты выпускаешь? Всем большой привет! Это Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас второе видео про VidFest, обещанное, конечно же. Я, конечно, стараюсь как-то максимально скомпоновать, но на самом деле мне получается какой-то очень-очень-очень большой материал. И я постараюсь выложить все, но боюсь то, что этот выпуск будет тоже урезанный и второй день будет показан отдельно. Ну, вот так вот уж получилось, потому что видео много, эксклюзивов много, и с вами, конечно же, хотелось бы об этом поделиться. Спрашивают в гостях у Ахрипа, я говорю, что будет снимать сериал. В принципе, как сказал? Тоня. Соня является единственным человеком, который смотрел в гостях у Ахрипа, видимо. Зачем? Я даже не смотрел в гостях у Ахрипа. Он дошел до стадии, когда можно было выпускать эпизод с Микусом, и сказал, пожалуй, нет. То есть где-то существует эпизод, где Микус в гостях у Ахрипа. Знаете это? Спросите мне дар, когда он может, пожалуйста, я не очень, что я вам сказал. И если дадите, то все встанет. Сериал. Серьезно, то есть, ты говоришь, что я обещал сериал в гостях Ахрипа. То есть, я сидел в программе, где у меня берет интервью низкорослый, ему сколько это, лет 19 было, кавказец с нарисованной бородой, потому что своя не растет. И я ему сказал, будет сериал. Это была правда. То есть, это... весомый источник. Я честно не помню, что я говорил. Я не помню, что я обычно ребенок говорю. Так, все, фотка в паблик чате. Подождите, мне нужно сотки делать или просто фотка? Так, давайте как в нормальном обществе поступим голосованием. Нормально в плане того, что голосует только мужчина. Да, вот ты, как делать? Селфи! Селфи, все, окей. Хэштег VidFest. Хэштег, хэштеги не работают. Я хочу попросить тебя.
сейчас сюда. Теперь лезь во сюда. Это реально очень странно. Нет, это я про комнату. Останьте потом сюда. Ира! Вот недавно я придумал одну идею такую стратегического развития канала, точно не буду сейчас рассказывать об этом, но я даже в 5 часов утра встал и до 7 просто ходил и просто вот по комнате ходил и думал. То есть как бы не заснуть, не выспаться, ничего. Поэтому отдохнуть еще бывает сложно, конечно. Особенно когда напряжение такое. Каждую неделю мы выпускаем свой отчет, отчетную работу, который ждет 1 миллион начальников. Ты выпускаешь ролик, и сидит 1 миллион человек, такие, так, вышел ролик на Камагафу, наконец-то эти ленивцы что-то выпустили, ну-ка посмотрим. Типа, не дай бог плагиат там будет, ну не дай бог в этот раз будет плагиат. Они сидят такие, все придирчивые, потом что-то не понравится сразу, оп, не тот. А нам неприятно, я все комментарии считаю, так что расслабиться сложно, извините. Следующий вопрос. Планируются ли какие-нибудь еще такие проекты крупные, как битва блогеров, какие-то коллаборации с другими блогерами? Планируется битва блогеров 2, я сразу могу сказать. Это будет действительно очень интересный для нас проект, и мы просто не можем остановиться на одной серии битвы блогеров, потому что еще очень много жанров осталось, кроме что не думал, в которых мы хотим себя попробовать и чувствуем в себе силы. Так что будет битва блогеров 2, возможно, концепция будет другая, возможно, нет, возможно, это будет что-то... В любом случае, мы постараемся сделать еще более качественное шоу. И, как бы, я надеюсь, что у нас получится все. Камеру, то, ну, Мальчик, я сама научилась, потому что в целом процессе. Это скетчи делать
Самое популярное 10 миллионов, это котята, там вообще минимум эффекта практически нету, я думаю, добавляется. Ассасин Скрид котят. Да, тут больше идея работает, не то, что эффекты, потому что эффекты очень много людей, которые могут делать клевые эффекты. То есть ты просто догадался снимать смешные скетчи, где нет русского, русской речи и английское название, и все, миллионы. Нет, просто как бы это задача как-то вызвать какую-то, какие-то эмоции у людей, заставить их, может быть, улыбнуться, передать, поделиться с друзьями. Это очень такой, ну, с одной стороны, просто... Скорее всего, один дома три, наверное, один дома три, по-моему. Или с Чаком Моррисом, я еще... Нет, очень много обзоров, которые я люблю. И раньше я постоянно пересматривал, сейчас перестал, но... Сложно сказать, очень много любимых обзоров от также критиков. Один дома три, наверное, все-таки я очень много пересматриваю раз. Да, следующий вопрос, видимо, с этого ряда уже. С этого. На старый комичий критик, он эволюционировал из своего проекта что-то больше, то есть он стал ездить, там делать какие-то еще темы, собирать. А куда он ездит? Он еще идет по играм, соответственно, блог, у него еще... Он еще делает с другими блогерами американскими обзоры на совместные темы. Ты не хочешь также собрать команду блогеров, условно говоря, которые каждый из них ведет на какую-то отдельную тему, и что-то, да, собрать команду? Обрасслушиваю, люди ставят, давай! Давай, давай! Давай! Ну, двери Андреасяна, Невского и еще кого-то. Они не блогеры, что-то новое. Подождите до сентября. Скажем так, если в сентябре ничего не выйдет, я тут мало. Ну, скорее всего, да, но я всегда об этом говорил. А так можно было, да? Да. Привет, ребята. Привет. У меня вопрос следующего характера. Насчет Абрикос Медиа. Вот. Да. Интересный вопрос. Отлично. А как можно попасть в эту партнерскую сеть? И я слышал на введении выступления, вы говорили то, что занимаетесь продюсированием. Да. Периодически. Да, все есть. Ну, собственно, вопрос. Как? Если начать коротко, то партнерская программа наша на YouTube это мало только. Спасибо вам большое, друзья.